вот сейчас мы похрустим шеей, ослабляем, расслабляем. Опа. И отлом. Так, живой, нормально? Угу. Ну, давай еще выдох. Еще. Опа. Отлично. Поясничку немножко подергаем. Я как бы немножко щипаюсь, но потерпи чуть-чуть. Крестцово-подвздошный сустав поставим на место. А потом займемся тазом. Опа. Слышал? Не слышал? Там прям вообще все разомкнулось. Жалко, друзья, вы тоже не слышите. Вам лучше быть здесь. Здесь самый кайф, здесь как раз музыка такая. А сейчас слышал? L5S1, вот крестец тоже пошел. О, весь крестец разжали, и даже копчик. Музыка, играть на человеческих костях, когда только слышишь, тык-тык-тык-тык-тык. Кайф, с вас подписка, дорогие друзья.